What's up, дорогие друзья, у микрофона Яровский, вы вновь попали на мое новое видео. Короче, сегодня у нас Apex, ссылочка на сайт и промокодик находится в закрепе, поэтому успевайте его активировать, как-то так. А также, если вы перейдете по ссылочке, которая находится в закрепленном комментарии, вы получите 5 рублей на халяву на свой баланс абсолютно бесплатно. Также переходите в раздел бонусы и получаете до 60 рублей на свой баланс абсолютно бесплатно. Как-то так, как-то так. Ну что, погнали. Короче, сегодня на балансе у меня 15к, поиграем мы сегодня в казике. Не знаю, что из этого выйдет, но я надеюсь, вы поддержите лайком, даже если я сольюсь, даже если я поднимусь. Как-то так. В общем-то, погнали. Окей, куда пойдем? Давайте, наверное, блять, давайте чемоданчики. Вот эти вот чемоданчики, мне давно бы хотелось здесь занести, но как-то все не получалось. А также, если ты кушаешь, то приятного тебе аппетита, если не кушаешь, то сгоняйся за хавкой, ролик получится длинным и интересным, поэтому как-то так. Бля, давай. Что, блядь, камон? Алло, уже 300 рублей сожрало, ты серьезно? Оу, спасибо. Окей, жить можно. Кто не знает этот режим, то как бы сейчас его узнаете. Здесь, короче, есть числа, их надо прокачивать, как-то так. Окей, по 50 рублей будем прокачивать. О, 4500. 4500 это очень хорошо, я бы сказал. Так. Так, вот так. Сейчас два раза прокачаем. Люблю всегда прокачивать 16. Особенно люблю, когда она самая первая выпадает. Это прям вообще, блядь. Так сгорает. До 14к. 16 прокачиваем. И последний раз. Окей, и давайте, наверное, 13 прокачаем по соточке. Вот так. До 500, скорее всего, успею. Давай. Окей. 9500 на 13, на 16, 13. Как-то так. Окей, давай, погнали. Только, блядь, не 16 и не 13 сразу первую. Я тебя прошу. У меня сгорит. Давай. Ставка 1200, это до хера. Ну вообще потратить 13. Бля, если бы 16, я бы точно бы сгорел. Прям вообще основательно, так сказать. Дилер предлагает меньше нашей ставки, поэтому нахер. Вообще потратить 1500, а не 1200. Поэтому надо, чтобы нам хотя бы дилер предложил либо больше 1500, либо чтобы выпало 16. Как-то так. Как-то так. Кстати, блядь, сейчас только синего поотлетало. Окей, ну мы пока живем. 1600. По факту можем забрать и можем быть в плюсах, но 100 рублей, камон, это прям смех. По факту же. Вача будет жестко. Вача будет очень жестко. Давай. Только не 16. 2. Блядь. Пиздец. Ясно, понятно, спасибо. Короче, мы там слились, если что, если кто-то вдруг не понял. Окей, чего, пойдемте в Бакару, попробуем камбэкнуться. Бакарат А. Бля, надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал, если вы впервые попали сюда. Сейчас будет очень-очень жестко. Как-то так. Короче, вы где-нибудь видели, чтобы на ничью ставили 3500? Я нет. Не, я видел там, чтобы дохуя ставили, конечно. Ну это мажоры, блядь, там какие-то. Но такого я еще никогда не делал. По факту может выпасть ничья, серьезно. 3500. 8, 6, 9. Блядь, что? 31 тысяча, блядь, по чуйке. Ёб, блядь. Заебись. 41 тысяча рублей. Ну... Блядь, ну, в принципе, чё мне-то как бы, блядь, хуйня на самом деле, фантики, бля, выданный балик, вы чё, ребята, сука, что, блядь, охуеть, просто охуеть, еще и 3К, я впервые в своей жизни словил такое, блядь, охуеть, конечно, сейчас кто-то будет писать, ой, на фантики, блядь, но вот это такой пиздец. Бля, я вам обещал то, что видос получится крутой. Он получился, ёбаный сыр. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет больше онлайна,
ну, больше актива и будет более жесткие ролики для вас. Как-то так. По 3500 на ничью. Блять. 40 точно идут на вывод, а вот 3500 и еще раз на ничью. Я отличу, блять, если опять ничья. Вы понимаете? Бля, да ну, давай. Бля, ноль. Бля, да ну нахуй. А, бля. Я уже думал, что там ноль. Вот просто, плеер, ты, блядь, все испортил, все, что можно было. Пиздец. Короче, сегодня у нас был Apex. Ссылочка на сайт находится в закрепленном комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как-то так, ладно. Всем удачи и всем пока-пока.